Ja dajem sve od sebe da jednog dana do toga dođe, a pre toga bih volio jednu rusku vojnu bazu ovde. Srpski narod zna da ceni i da voli ruskog vojnika, a nažalost Kosovo i Metohije su okupirane od strane američkih i prozapadnih vojnih trupa i ja ne vidim načine kako da Srbija ikad oslobodi se od okupatora, da nema pomoć bratskog naroda Rusije, ali kad smo kod toga, kako komentarišeš ovo što se desilo u Beloj kući, pre svega Marija Zaharova, kad je Basic Instinct spustila iz filma Basic Instinct sliku da bi iskomentarisala ceo taj događaj, da li uopšte se u Rusiji priča o tome? Ili je to samo jedan tweet Marije Zaharove za nas, za Srbija? Ja tebe, Dejan, skažemo tako. Pričа на тому у Русі повно людей, хто знає ситуацію, хто глядає за політикою. Моє мишлення, що те, що Вучич урадив і як він виглядав там перед Трампа, і коли він дійшов, після вратився у Сербію з оловкою від Трампа і говорив тої глупості, майка моя, я не знаю, як може бути президент Сербії, я не знаю. Я, например, глядам, как, знаешь, был Фидель Кастро или некий, можно, Че Гевара, и как он причал, знаешь, с американцами, как он причал на Совете безбедности. Знаешь, мала держава, але имала некий характер, знаешь, некую снагу, и могла свободно причать, как желает. А Сербия, мы с той наиболее великая держава, имеет пуны истории, и имеет наиболее яко войско, и сад имеет на Балканах, и дошел Вучич, и сидит перед Трампом, как, не знаю, школьник некий перед директором школы. Не знаю, я не знаю, как он был в ситуации. Можно, знаешь, такая была ситуация. И он не мог другачи урадить. Але я то не прихватил. Например, я мыслю, если бы Вучич поглядел на ту ситуацию, он, может быть, одмах завершить это свои переговоры, отлазить, вратиться до Сербии и сказать, что... Чао, здраво, довідження, і не жалімо з вами імати ніякого контакту з бок вашого по-нашому. Тако моє мишлення, знаєш. І зато я говоримо, знаєш, не знам, како би я или ти, некто другі урадил би у той ситуації, але моє мишлення, що то, що Вучич дозволив урадити некий циркус сам з собою і урадив йош, знаєш, он председник Сербії, знаєш, он не сам там був, он йош всю Сербію посадив на ту стулицю заєдно з собою. То моя проблема. Розумієш мене? І, значить, моє мислення, то ні, добре. А що Захарова, я тебе скажу так. Добре, я розумів, Захарова нещо там шалила, і Сербії то свіджа, за те, що не воліти ви Вучича. Я то все розумів. Але, сигурно, я скажу, що то, що урадила Захарова, то не пам'ятно. За те, що, знаєш, то її посол, що вона радить, вона не може так дозволять себе говорить некі такі глупості. І можна навіть вона пошалила і то смешно, і занімливо, але знаєш, можна було б смешно, якщо б не було так утужно від тої сліки, знаєш. І зато я говорю, не знам, за що Захарова то смеє. За те, що вона смеє не саме над Вучичем, вона смеє будала над своїм сербським народом. І то є неприхватимо, то є неслажимость. І пуна люди у Русі не прихватили, що урадили Захарова, ураджила Захарова, і ми проти того, що Захарова лупитала, сигурно. За те, що той не може радити пам'ятний чоловік. Так у моєму мисленні. А дійшли до проміни, може, у русській спільній політиці прямо Сербії? Да ли се тут нещо променило після ового одласка, овог споразуму у Вашингтону? Питам те, Андrej, због one klauzule obaveze da Srbija potraži neke nove izvore za energiju, za gas i za naftu. Drugim rečima, tako reći se obavezala da će se kupovati američki tečni gas. Kako je to u Rusiji primljeno? Sigurno ne znam, ali nadijem se. Nadijemo se što Vučić dolazil do Moskve, pričao nešto s Putinim, s Lavrovim i kasnije, samo kasnije, dolazil do Bele kuće u Vašington. И, значит, я надеюсь, что можно иметь некий договор, можно некий компромисс, И я надеюсь, что полношение между Белоруссией и Сербией и с Русией не будет ложным. И мысль не покварит наш договор, и все будет и далее нормально. Я так и надеюсь, но сигурно не знам, что будет и далее после того, как Vučić дошел до Белой кучи. Не знам. Зато что так глядим информацию и видим, что можно нечто. Vučić урадил не лоше. Так глядим, так анализируем. Але с другого боку видим, что подписал некие документы, и те документы не отговора ни сербскому народу, ни русскому народу. И то, что он урадил, и договор с албанцами у Космите, я то не прихватил. Я тебе говорю, Йош, не знам, как бить и далее изгледа та ситуация, але мое мышление, что, вероятно, не баш так он добро урадил, как бы можно было урадить. Я, например, сигурно тебе скажемо, что я не знам, зашто Vučić вообще долазил до Белой кучи, он нечто причал с албанцами из Косово. Я, например, мыслю так, если Сербия причит, что Косово то и Сербия, Kosovo i Metohija, to je Srbija. Ne znam o kakvom dogovoru on može uopće pričati s teroristami i s nekimi separatistima. Ja ne znam o čemu može pričati. Ja ne prihvatim. Znači, i vidiš, on došel, nešto tamo potpisal, popričal i poslije Izrael odmah priznaje državu Kosovo i Metohiju. I znači, то некий результат, что Vučić дошел до Белой кучи. А видишь, Израиль, то як игрок на международной арене, заедно с Америкой. И видишь, если они так вот договорили, урадили, мыслю, что далее не будет ничто добро, а того, что ураджено было у Белой кучи. Такое мое мышление. Але я тебе говорю, Леш, не сигурен за то, что имам мало информации о том. Але надеемся, что можно, я нечто грешим, и будет все окей, нормально, але погледачим. Сад не знам. Але я тебе говорю, мое мышление, я не слажем с тем, что урадил Vučić, и мне то не свиджа, и я разумем сербский народ, за что он против того, что радит Vučić, сигурно я то... Я мыслю, у Сербии вы имеете пуна выше памятные и лепые, и добрые люди, патриоты, которые могли бы за место Vučića. Такое мыслю. Слажем се. А занима мене и još нечто. Русия до сада, хвала Богу, чувство je stajala iza srpskog suvereniteta i celovitosti naše države. I stalno insistirala na rezoluciji 1244 kao osnov za dogovor. Jer to dalje ostaje, bez obzira na ovaj Vučićev izlet u Beloj kući. Če dalje, nažalost, Rusija više da čuva srpsko Kosovo od predstavnika Srbije. Dejan, moje mišljenje je što Rusija ništa ne promenila. Znaš zašto? Zato što broj номер 1. Vučić, on ne potpisao dogovor o tom što on priznaje nezavisnost Kosova. Он само договорился, некий имать состанок, экономский, некий там контакт. Я то разумею, але он не признал Косово. Значит, он не променил свою позицию официально, не. И я не знаю, за что бы Руссия тогда променила. И я мыслю, что Руссия не променила ничто и не променит и далее. И Руссия увек то причала, отворена официально, что Руссия допоможе Сербии бранити Косово, како то желит Сербия. Если Сербия желит бранити Косово, Русия поддержит Сербию. Если Сербия желит нечто другачи урадити с Косовом, имеет некие другое мышление, значит, Русия не может бранити Косово более, чем то бранят сами сербы. Разумеешь? Значит, позиция Москвы, позиция Кремля, я сигурен, не променилась. И я глядал 2-3 дня напред информацию, что Русия и далее причит о том, что русская влада, что и далее, как и было договорено с Сербией, все и далее будет окей. Значит, Србија, пусть радат како она желет, а Русија буде заедно с Србији, како заедно с Савезна држава. Але ја не знам што буде радати Вучић, о тому е проблема. И не знам што буде радати српска влада, разумееш? И видиш, ја тебе још говорим, што моје мишљење, ја надејусь, што Вучић долазил до Москви, pričao nešto s predsjednikom Putinom i ja mislim što oni nešto dogovorili. I ja nadjejujem što to što Vučić govoril tam i uradil u Trumpa, to ne pokvarit dogovor to što dogovoreno Vučića i Putina. Ja to nadjejujem. I mislim što možda tako neka strategija. Ali ja ne sigurno to. Samo ja to želim i tako mislju i tako hoću. Ali pogledat ćem kako bit će dalje, znaš. Ali... Danas ja vidimo što oficijalno i dalje Rusija ništa loše ne mislit i ne govorit pro Vučića. Znači ja mislim što i dalje dogovor među Moskvom i Belgradom i dalje ništa ne promijenimo. Tako ja mislim. Tako ja vidim, tako ja gledam.